уже в Барселоне. Осталось узнать, куда, как отсюда выбраться, с этого автовокзала. Сейчас Олечка узнает, и мы пойдем нам на нужном направлении. Да, вот здесь мы живем. 377 дом. Такая зеленая уличка. Здесь аренда велосипедов. Мы сейчас находимся в Барселоне. Вот, это наша новая квартира, комната. Квартирой назвать это нельзя, потому как мы снимаем только комнату. Вот такая постель, кровать, тумбочка, вентилятор и этот обогреватель. Выход нам супер маленький балкончик. Вот. Вид из окна вот такой вот. Третий этаж. А там тумбочка. В принципе, и все. Спартанские условия по сравнению с Лорет де Мар. Но как бы первый раз, первый класс, поэтому не знавшие, теперь испытавшие, все будем знать. Ты же не на улице, ты уже в квартире. Да, ну уже есть крыша над головой. Уже в центре Барселоны. Да, в центре Барселоны, Барселоны. Все, мы сейчас отправляемся путешествовать на площадь Каталонии. Да. Так, покажу до конца комнату, где мы живем. Вот там детская, но это нам не нужно. Она. У нас есть коридор. Коридор. Там ванная. Олечка кушает. Так, здесь у нас кухня. Да. Такая кухня. Умывальник, плита, холодильник. Холодильник у нас тут только одна полочка. Вот эта полочка, да, расположена. Вообще, что тут едят? Вот тут едят вот такое. И вино пьют, и едят. Вот тут, не знаю, там что-то есть. Вот это, там находится патио, то есть световой колодец. Тут моют вещи стирают. Все, какая-то тут духовочка. Непонятно какая. И колонка. Вот, на этом обзор все, окончим. Вот это наша входная дверь. Здесь ванная. Тоже находится патио. Туалет там где-то. Вот у нас такая вот ванная. Душевая в ней. Вот, колодец. Чтобы вы видели, что это такое. Вот это. И вот вниз. Такая вещь. И окошечко в кухню. Вот здесь же и счетчик на газ. Газ куда? Вот тут газовая. Я думал баллоны, а здесь газ есть. Вот дальше что у нас тут? Ага. Вот умывальник. Всем привет. Вот здесь моем зубы, умываемся. Сейчас свет забыл выключить. Мы же экономим свет. Не экономим, просто используем. Вот эта дверь. Так. Вот. Диван против телевизора. И спутниковый ресивер. Вот все. Вот. Там у меня салатик, который мы купили. За сколько мы купили его? За 2 евро по штуке. То есть купили 2 салата почти за 4 евро. И чай. От любимой жены. Вот, в принципе, все. Приятного аппетита, Олечка. Приятного. Вот. Ну, здесь слева это хозяйка наш. Вот. Вот. В принципе, все. Вот комнатушка детская. Мы ее так показывать не будем. Вот из розеток. Мы тут заряжаемся и там заряжаемся. Здесь интернет. Хороший интернет есть. Вот есть. 2 гигагерцовый и 5 гигагерцовый интернет. То есть тут как бы продвинутый интернет. Да, интернет скоростной, очень хорошо. Вот. Ну и там вот, в принципе, днем я показывал, что там такое. Там детский садик, я так понимаю, и этот, детская площадка. В принципе, все. Да, из тримпелей это единственное. Вот мы уже тут расположились вот так вот. Вот так мы сейчас завтракаем. Вот тут
Тут я готовлю котлеты. Вот котлеты. Вот у нас осталось еще всего лишь две котлетки из телятины. Одно манго осталось и йогуртов, много йогуртов. Вот так мы здесь готовим завтрак. Кушаем. Там вдали детский садик где-то там. Так, чем же занимаются бабушки, стоя в очереди за субсидию? А бабушки здесь занимаются йогой. Это настолько для меня дико и удивительно, что я просто в офигевании, в большом недоумении. Вот стоят, ждут. Там вот вчера была очень большая очередь. Видно, брали талоны на поступающую очередь. А вот сегодня вот занимаются йогой. Мы вызвали наш лифт. Вот такие здесь коридорчики, небольшие, тут вот вдвоем еле-еле помещаемся. Это третий этаж, вот подъезжает наш лифт. Вот подъехал. Все. Все. Открываем двери. Сейчас загружаемся. Лифт. Микролифт. Больше 60 килограмм сюда нельзя заходить. Сейчас мы попробуем. Я даже не могу снять это, слышишь? Подожди, а куда мы едем? Тут же как-то у них этажи. Нажимай Б. Б? Б, да. Это подвал? Не знаю, сейчас. Минус 5 этаж. Ну поехали. Как в троллейбусе в двери. Живем на третьем, но едем с первого. На первый. Сейчас нажимаем Б. Не знаю. Сейчас куда-то заедем. Может быть, в подвал сейчас заедем. Поднимемся с подвала. Нет, вышли как раз. Куда? Как раз. Откуда приехали? Вот мы поселились на улице Депутатио. 377 номер. Это уже проходим третий перекресток.